Здравствуй, Никита. Сегодня мы с тобой встретились на соревнованиях в городе Пушкино. Скажи, пожалуйста, откуда ты приехал на эти соревнования? Я приехал в Москву из клуба «Самбо 70». А эти соревнования для тебя первые? Нет, не первые. Сколько лет ты изучаешь дзюдо? Я уже изучаю дзюдо 3 года. А кто твой учитель по дзюдо? Мои тренеры – это Караванов Роман Станиславович и Чернушевич Олег Васильевич. Скажи, пожалуйста, а какая больше техника дзюдо тебе нравится? Техника в стойке или в партере? Мне больше нравится техника в стойке. А можешь объяснить, почему? Потому что в стойке она динамичнее и быстрее все происходит. В партере там работаешь в основном на болевых и удержаниях. И никаких бросков нельзя делать. Даже если сделаешь, оценку не дадут. А скажи, пожалуйста, вот дзюдо в соревновательном есть 2 кимоно, белое и синее. Какое кимоно тебе больше нравится? Мне больше нравится синее. Синее кимоно. А почему, можешь сказать? Мне больше синий цвет нравится, он меня бодрит. А скажи, пожалуйста, какое знаменательное событие, знаешь ли ты, какое знаменательное событие в этом году отмечает российское дзюдо? Ну, я тебе так намекну, юбилей российскому дзюдо. Можешь сказать, что такое юбилей? Понимаешь? Что это? Круглая дата. Круглая. Какую круглую дату в этом году отмечает российское дзюдо? Наверное, лет 50. Хорошо. Ты не знаешь, мы тебе скажем. В этом году дзюдо в России отмечает 100 лет. Ровно 100 лет назад, в 1914 году, в городе Владивосток. Знаешь такой город? Да, знаю. Это город, который находится недалеко от Японии, да? В этом городе Василий Ощепков, это человек, который впервые привез дзюдо в Россию, открыл первый зал дзюдо, первый клуб дзюдо. И начались тренировки. Ровно 100 лет назад, это какой год? 1914. Вот, хорошо, запомнил, да? И расскажешь всем ребятам в своем клубе. Хорошо. А еще одно событие отмечает мировое дзюдо. Тоже юбилейная дата. Можешь сказать, какое событие? Вот ты первый раз сказал правильно. 50 лет. 50 лет чего? 50 лет проведения дзюдо на Олимпийских играх. Правильно, да. Ровно 50 лет назад. В каком году? В 1964 году. В городе Токио, Японии, на Олимпийских играх впервые появилось дзюдо на Олимпиаде. Хорошо, успехов тебе и надеюсь тебя увидеть на Олимпийских играх. Спасибо. До свидания. До свидания.